Жители Труксибского района бьют тревогу. По их словам, местной экологии здесь наносят непоправимый ущерб. Вдоль русла реки Басхарасу вырубили множество деревьев, а лог водоема превратили в свалку. Наша съемочная группа побывала на месте и убедилась, что вмешательство необходимо. Что хотят, то и делают. Никто им не указ. Житель Труксибского района Александр Пушкарев проводит экскурсию вдоль русла реки Басхарасу и делится воспоминаниями. Этот лог буквально в прошлом году был сохранившимся островком дикой природы в городской черте. Под тенью раскидистых ив любили отдыхать алматинцы. Однако весной здесь начались работы по благоустройству, и большинство деревьев попросту вырубили. Начали уничтожать пойменный лес по берегу реки. Вековые ивы стояли, зеленые насаждения, то есть дикая природа была, гнездовья фазанов, уток. Похоже, что теперь здесь будут гнездиться только вороны, потому что лог реки превратили в одну большую свалку. Неизвестные привозят сюда бытовые и промышленные отходы. Это грозит городу экологической катастрофой, уверяют местные жители. Мусор валят в лог, который находится рядом с речкой. И сталыми водами все эти стоки с помойки попадают в реку. А это река бассейновая, она образует алматинку и потом впадает в Копчегай. Потом откуда-то берется чума, холера, там палочки находят. Как оказалось, экологи Турксибского района о проблеме местных жителей и не знали. Увидев масштабы свалки, только и смогли, что дать обещание все исправить. Совместно с природоохранной полицией выясним нарушителей, соответственно, примем меры. Согласно законодательству Республики Казахстан. Сотрудники отдела охраны окружающей среды района даже пообещали провести субботник в ближайшее время и убрать скопившийся мусор. Между тем, законность сноса деревьев вдоль русла реки еще предстоит выяснить. Специалисты направят соответствующие запросы. Алтынчаш Смаголова, Искандер Тугуспаев, телеканал Алматы.